Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Черепашек-ниндзя Месть Шреддера. Так, мы с вами остановились на 10 эпизоде. Так, в прошлый раз мы с вами, да, здесь в парке убили этого кожеголового. Так, сейчас будет 10 эпизод. Какая-то черепашка, походу. Да, нашего Крэнга уже нашли туловище, остались только ноги. Так, тихо. Сейчас я прочитаю, какие челленджи тут есть, чтобы поугарать. Так, значит, у нас челленджи. Непонятно, что тут. Потом, так. Уничтожить 10 роботов, используя суператаку. И, короче, опять об какие-то препятствия не ударяться, короче. Ну, которые будут всякие там предупреждения. Что, мол, надо уклониться и все такое. Вот, типа вот этих, да. Так, здорово. Чё ты? Вот, а мы уже просрали. Так, ладно, хрен с ним. Да, давайте главное секреты искать. Что-то поинтереснее будет. Ну, роботов надо, наверное, суператакой мочить, когда их будет много. Так, а чё эти... Да, коробки похожи на то, что они ломаются, но они не ломаются. Что за фигня? Ладно, хрен с этими коробками. А, вот они, да. Вот и я думаю, в чем подвох-то, блин? Хотя можно вот тут вот и забахать роботов. Почему бы и нет? И то двоих роботов убили, ё-моё. Так, это у нас очки. Так, ну чё там? Ага. Воу. 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 Да ты чё? Да серьезно что ли? Ну, ты давай так не шути. А то я парень резкий. Так, пицца, да? Пицца — это хорошо. О! Это типа супер собака, блин. Так. Ну, а уже 4 робота осталось. Сейчас еще появится, не боись. Вот сейчас по-любому из этих коробок вылезут. Красавцы. Да ты че? Так, окей. Так, все красиво. О, кассетка. Ну, получается, да, здесь всего два этих. Два секрета. Так, нам что, пицца, да? Пицца. А, нам надо наверх, да. Так много коробок, все без толку. Да ну нафиг. Так, что-то меня бьют, а я... Блин, меня вот этот напрягает с компьютером. Да какой фокус, блин? Забудь нафиг. Сейчас, секунду. А, так вот. Все, челлендж выполнен. Да? Вот так, да? Да. Так, мы еще живы, да? Это хорошо. Блин. Уже нехорошо. Да козел ты. Тебе повезло, что у меня просто суперспособностей нету.
так фокус давай. Ага, он только одну заряжает. Ладно. Так, что тут? Давайте все поломаем. О, шреддер по ящику светится. Как всегда. Да откуда вы там все берете? Так тебе. Так, супер пицца. Это хорошо. Так, а что, пока один, что ли? Давайте вот так хотя бы. Чтоб им сладко не было. Хорошо, мы их помяли. Так, это еще одна шкала суперспособности у нас. Сейчас, секунду. Наверное, можно еще заряжать до второй это, шкалы при помощи концентрации. А! Охренел, что ли? Так, тихо. Самое главное, аккуратно. Да. Да. Телек. Да вы чё, дети? Ну ещё лучше. Вау! Нас еще и бомбят. Да вообще ему пофигу, блин. Я его, блин, суперски мочу, а он, блин, вообще живой. О, давно пора. Пицца тайм, блин. О, господи. Это типа робот-черепашка. Metal Head. Ну давай. Помнем тебе металл. Так, тихо. Ага. Да ты че? Нельзя так. Ага. Да ты че? Так, собачки. Да блин, а? Хочешь уклониться, а он бьет все равно. Так, тихо. Аккуратно. Это что такое? А, это он это. Есть. Я его подорвал, его он мне. А! Не попал, чувак. А теперь попал. Ладно, сейчас мы. На. Да что ж такое-то, а? Понятно. Козел. Да куда ты? Так, спокуха.
Сейчас он тут немножко побомбит. Не, он вообще крутой, блин. Все, ну такой себе босс. Да, давай, давай, там система. Ага. 404 не найдет, да? Так, это уже ноги, я так понял. Ну точно. Оп, побежал. Полетел и побежал. Че, не получилось, да? По железной дороге. Так, окей. Так, а для тебя мы еще не нашли, да? Да, еще две кассеты. Так, четыре этих. Ой, блин, это самый сложный босс, видно. Как я на нем страдал, господи. Этот динозавр, блин. Ну ладно. Так, что у нас сегодня в списках челленджей? А, так, используя ловушки, 5 врагов, потом что-то какую-то земную атаку и атакуй 5 летающих атак, что-то, по-моему. Окей. Так, вот динозавры у нас. Вау, жопу поджигает. Так, пора вас раскидать. Так, так, а здесь у нас 4 секрета, да. Блин, никого не задел, ну ё-моё. Как так-то? Не туда уклоняешься. Наверное, надо это, концентрировать. Ну-ка. Нет, только до одной шкалы. Так, тихо, а. Ребята, вы какие-то быстрые. О, кассетка. Да, чувак, я нашел для тебя кассету. Так, это уже защитный какой-то. Но они уже не таранят. Только редко. И здоровье у них поменьше. Так что они попроще должны быть. Да куда ты уклоняешься-то, ну? Серьезно, что ли? Так, тут по-любому где-то есть пицца, погодите. Точно. Тут что-то не хочется жизни терять. Сложноватенько. Так. Жучок. Это получается уже 2 секрета. Да ты чё?
Окей. Да ты чё, серьезно? Давайте вот так. О, камень какой-то. Кристалл, да. Так, спокуха. Да ну, ребят, серьезно. Да блин, ты какой-то прочный. Короче, трицератопсов что-то надо было убить. Ну ладно. Так, что, будет какой-нибудь... Да блин, а. Вставай. Будь как мужик. Ты живучий, падла. Так. Сейчас нас еще раз убьют и будет хорошо. Да я здесь, придурок. Окей. О! Даск. Какой-то найден. Да. Не фартануло, да? Так, это у нас где динозавр, что ли? Нет, тут надо это, блин. Сейчас, секунду. Ушли нафиг. Ага. Окей. Вот, собственно, сам динозавр. Капитан Зоракс. Ты как лекарство, блин. Так, спокуха. Да, он такой интересный, блин. Да вы достали все читеры, блин, хватит стрелять. Я на вас вообще ничего не стреляю. Охреневшие, блин. Что боссы, что враги. Все стреляют. Так, давай, давай. Блин, это я на своих последних нервах, наверное, прошел. Окей. Так, давай дальше. Подземка. А тут у нас кто, я уже забыл. Так, тут у нас всего лишь один секрет и три челленджа. А, муха, ё-моё. Это не летает. Это не муха, точнее, если правильный перевод. А кто ж тогда? Чё у нас там? Так, от препятствий, короче, не получать урона. Потом убить 12 роботов, используя прыгающую атаку. И 15 врагов, используя
тяжелые качели какие-то. Да что ты, козел? Так. Фига ты быстрый. Есть. Так, по-моему, этот провод вредный, да? Я что-то не помню. Ага, вот, все, мы уже провалились. Ага, ну, да-да-да, провод этот сраный. Ну, можно было тут все сломать, и провод бы тогда не искрил. Так, все красиво. Так, мы еще живы? Это хорошо. Что-то мне не нравится. О! Тихо. Тихо. Отлично. Да, блин. Фу, сейчас джойстик запылится уже. Точнее, задымится. Так. Да, в эти пропеллеры лучше не попадать. Экстра жизнь. Отлично. Тихо. Все. Так, тут что у нас? Да, эти роботы, кстати, интересные, они это. Их надо ногой бить. Именно ногой вот ударяешь в прыжке. И они такие закупориваются, а потом ты их просто добиваешь. Их так не получится вот так вот. Да, отлично. Сейчас, секунду. Охладитесь, ребятки. О боже. Так, тихо. А почему бы не поломать? Да я вижу, что ты мне показываешь. Да ё-моё. А-а-а! Как я люблю все эти заморозки. О, жучок. Окей, так, еще. Так чисто.
для себя. Здорово, пацаны. Да. А, вот, использовать прыгающую атаку, чтобы замочить роботов. Челлендж выполнен. Вот так типа. Так, а здесь, по-моему, стреляет вот эта штука-то. Да-да-да. Электрический лазер. Да куда ты, ё-моё? Да, ладно. Пусти меня. Класс. Никого не ударил. Ништяк. Так, ладно. Так, тихо. Один. Да не так надо. Так, тихо. Есть. Блин. Да, многовато вас. Да что ты, козел? Да, блин! Ты охреневший, что ли? Ты робот-пылесос, блин. Блин, что-то меня прямо сейчас, погоди. Сейчас, погоди, все. Надо отступать. Так. Да ё-моё, меня роботы сливают, вы чё? Блин, а ну как так, ну? Смешно. Так, о, пицца! Ладно, она нам пригодится. Пипец. Бахтер Стокман. Давай. Сейчас эти крышки-то пообрываю. Вот чем он меня бесит, это то, что его надо атаковать в воздухе. Так, тихо. Да, блин. Да что? Давайте все-таки поедем. Пиу, пиу, пиу. Да. Чувак, тебе твой полет не поможет. Даже так. Все, жопа горит у тебя. Так, тихо. Тут уже другие. Ага.
Да блин. Ладно, у нас еще есть жизнь. Блин. Тихо. Уйдите. Блин, как мы еще не сдохли, а? Есть. З. Да-да-да. Да, боссы сегодня вообще отпад просто. О! Он собрался. О нет. Наш толстенький, мозговитый дяденька. Все, блин. О, технодром разбитый. Так, ты закончил это у лягушек, короче, квест. Давайте пойдемте за наградой. Так, а где у нас лягушки обитают? В болоте, да? Так, нет. Нет, нет, нет. Так, а где лягушки-то? Лягушки? Вы где? Вот вы где. Ага. Все, 1000 очков. Ты получил... А, 1000, блин. 1000, ё-моё. 100, ё-моё, 1000, блин. Раскатал губу, блин. Так, ну ладно, давайте на сегодня закончим. В следующий раз как раз продолжим уже технодромский уровень проходить. Самый сложный. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.